Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артём. У нас наконец-то уже светит яркое солнышко, уже очень тепло. И сегодня мы будем делать замечательный комплекс упражнений вместе с гантельками. Этот комплекс упражнений развивает выносливость и придаст тонус вашим мышцам. Итак, я уверен, этот комплекс упражнений вам понравится. Поехали! Этот великолепный комплекс упражнений мы будем делать 7 минут. Всего будет 5 упражнений вместе с гантелями. Делаем каждое упражнение 1 минуту 15 секунд. После чего делаем перерыв 15 секунд. Так, первое упражнение. Делаем присед и выталкиваем гантели наверх. Напоминаю вам, колени не выходят за носки. Делаем выдох, когда выталкиваемся наверх. Молодцы. Замечательно. Молодцы, хорошо получается. Выпрямляем руки до конца, как бы выбрасывая гантели наверх. Великолепно. Спину держим ровно. Не забываем про выдох. Молодцы. Давайте, давайте, еще 20 секунд. Колени не выходят за носки. Великолепно. Перерыв. Готовимся к следующему упражнению. Следующее упражнение делаем на кончике с гантельками. Так, спину держим ровно. Гантели от ног далеко мы не отрываем. Так, делаем наклон. Примерно до такого уровня. И встаем. Чувствуем нагрузку в подколенном сухожилии. Два. Молодцы. Хорошо. Великолепное упражнение для нижней части спины и подколенного сухожилия. Чувствуем, как сжигаются лишние калории. Великолепно. Следующее упражнение. Замечательное упражнение для спины. Наклоняемся немного вперед. Гантели близко, локти близко прижаты к корпусу. И будем притягивать гантели к себе. Раз. Локти за себя. Делаем выдох, когда притягиваем гантели. Хорошо, спину держим ровно. Молодцы. Колени слегка согнуты, спину держим ровно, делаем выдох, хорошо, 20 секунд, молодцы, давайте, давайте, еще два упражнения. Отлично, переходим к следующему упражнению. На полу. Конечно же, какой же комплекс упражнений с гантельками может быть без жима лежа? Так, я уверен, что все знают это упражнение. Делаем выдох, когда
выталкиваем гантели наверх. Выправляем руки до конца, так мы задействуем наш трицепс и грудные мышцы, естественно. Молодцы. Хорошо. 45 секунд и еще одно упражнение. Делаем выдох. У вас хорошо получается. Молодцы. Молодцы. Следующее упражнение. Становимся в упор лежа на гантельках. Для начала делаем небольшой перерыв. Следующее упражнение, значит, становимся в упор лежа и делаем развороты корпуса. Довольно непростое упражнение. Делаем повороты не спеша. Контролируем движение. Хорошо, молодцы. Очень непростое упражнение. Тренирует мышцы корпуса. Отлично. Молодцы. Секунд. Великолепно. Вот мы и закончили этот замечательный комплекс упражнений вместе с гантельками на все тело для жиросжигания. Я рекомендую сделать вам 2 сета этих упражнений. Сделайте небольшой перерыв, 2-3 минуты, после чего продолжите заниматься вместе со мной. Помните, 15-20 минут в день и отличный результат вам гарантирован. Надеюсь, вам понравился сегодняшний комплекс упражнений вместе с гантелями. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Уфитнес, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы. Всем пока!